И всем привет, с вами так, а вот остров, кстати. Его уже видно. Не дали ачивку за то, что... Да, я увидел. Потому что ты повредил свой корабль. Да. Я их вижу. Золотые или какие? Они золотые. Сука, как-то не повезло. Ау. Нет, повезло. Вру. Сори. Ау. О. Я пошел. Не надо, блядь. Мы не можем собрать с них золото с их костей. Это же было бы логично. Наверное, потому что когда мы их убиваем, они, ну, ржавеют, теряют цену. Ну, не все же. Или это, или это какое-то магическое золото, которое, ну... На самом деле такое выглядит как золото, кто его знает. Знаешь что, блядь? Удобно добавлять в свои произведения магию, потому что так можно объяснить любую хуйню. Каким образом он не умер от этого и не выживает выстрел блондербаса вплотную? Потому что они необычные взгляды, они серые. Что-то кокоса мало хилит. О, тут еду ебать эти нахуя. Где? Там, где меня сейчас не будет, если я... Пока. Я, кстати... А-а-а, погоди, мне не нравится этот звук. Какой? Вулкан извергается. Нет, это просто землетрясение. Вулкан извергается, посмотри на вулкан, из него дым идет. Так я не... Нет, из него ничего не идет. А. Вот, да, видишь? Так, давай, мочи их, я пойду посмотрю на сохранность корабля. Ты, думаю, сам сможешь с ними справиться, ты жесткий. Меня убило, нахуй. Ты умер? Да, меня камнем с вулкана, ёбан. Меня тоже. Ты очень своевременный. Да мне тебя охуели! Одновременно. Туман, сука, извержение вулкана. Чего еще нахуй нам не хватает? Типичный день на Devil's Roar на самом деле. Я золотой один. Я шел за водой. Ну, победа. Клади его. Я вышел в жопу, я кораблю плыву. Эй, там скелет стоит? Он. Окей. Не покажу, что там. О, капитан. Он умер. О, они золотой. У тебя красный свет, фонаря. Ну, я забрал его на этом. В смерти его забрал. Ау, меня убили. Это называется паром. Паром, какая разница. Ультракили такой же челик был. Лефедиман! You can be less happy, you can be less sad, and you can be less fatty man! Ник-нак! Ник-нак! Ле капитан. Дорогой челюб, с него выпал.
АСМР. То есть какое число? Я типа посмотрел на часы, такой вижу, опа, а там оказывается все это время был этот. Был номер. Че такое? Ты упал? Не-не, ты у меня сейчас просто невидимый на секунду прогрузился с твоей этой рожей. Сейчас, стой, не двигайся, не двигайся. Сейчас. Иди готовься пару ставить. Парус? Не парус, якорь. Не, ну. 3, 4, 5, 6, 7. Спасибо. Сука. А, я умру сейчас. Ты тоже умрешь. Че, другие так смешно болтают, сколько ты плаваешь. Ты че, это просто сундук? Посмотрим, что там внутри. О, деньги. Во-первых, взять золото. Опа, короны нахуй. Знаешь, что они к тысяче дают? Митна! Бабушка! Бабушка! Беги! Я каким-то образом сейчас попытаюсь по нему попасть. А, нет, где он сейчас нахер рванет. Так. А где он? Он тут! Сейчас, погоди, выстрелим ему в голову, чтобы бомба не взорвалась. А где он? Я не вижу его. Сейчас, погоди, я по нему понял, секунду. Так, я ему сейчас надо... Вон я его вижу. Все, круто, бомбу забираем. Уже нет. Ты, блин, мы пойдем по нему куда-нибудь? Не знаю. А, я убил, да, все. Спасибо за помощь. Я спать. Я не буду этого делать. Ты хотел взорвать? Да. Вот эти еще, когда как только что-то опасное у тебя находится на борту, начинают эти вот навязчивые мысли. Это что, это Брига? Нет, это Галеон. Что там? Новая хуйня! Какая? Смотри. Джетпак? Давай, врубай турборежим. Что ты упал? Ты меня сдул! Посуду вымоешь, и все нормально будет. Меня сейчас не сдувать, у меня сундук в руках. Все, можешь сдувать. Мне кажется, она как-то из зубы будет рассыпаться. Вот да, она выцветает. Ну все, да, она. Вот корабль упал. Да. Нифига он высирает, посмотри просто на это. Да, и на аутпост. Мне нравятся здесь рисунки. А как так ведь можно по рисункам можно понять, кто они? Типа, капитан Кроссбоунс. Кроссбоунс? Оу, щи! Ладно, капитан Кроссбоунс, он типа будет обычный, и остальные двое будут теневые. Ага. О! Скильма Бубара! Скильма... А. Уганда Форева! Золотые. Я хочу водяной пистолетик в этой игре. Водяной пистолетик? Да, представляешь, ходить их так обрызгивать. Ну, думаю, это было бы слишком эмбово, но было бы неплохо. Ты меня обрызгал. А, нет, забей это извержение.
Где скелеты будут получать урон от лавы? Должны, почему нет? Ну то просто сейчас он прям на ней идет, сейчас посмотрю, что из этого выйдет. А. Окей, ему стало нормально. С кораблем, что на удивление. На. Не, ну, кстати, прикольно то, что здесь, наверное, какая-то такая экосистема, то, что, типа, вода здесь бурлит, она испаряется от кипения, уходит в воздух, и потом из этого образуются штормы где-то там на других биомах. Что-то как-то вулкан вообще игнорирует наше местоположение, типа, здесь даже рядом ко мне не прилетает, не то, что... Не гавкай. Да. Хуха, у меня ха-ха-ху. Горякая хуха хахихта. Это из контекста, если вырезать, то... Ёлок. А! Я поджог случайно! Я поджог случайно! Заодно пробуем новые снаряды, слушай. Давай, ты горех. О, не, говно какое-то на самом деле. Они хоть и три. Но они стреляют как-то у них, они слишком тяжелые, они вниз падают быстро. Да. Значит, ну почему круто. Я только починил. О, а еще и кры. Мегалодон. Там мегалодон еще? Да. Как всегда, в принципе. Мне кажется, мегалодон существует просто для того, чтобы наблюдать за файтами кораблей. Он тебе просто плавает вокруг и смотрит, как кто-то файтится. У нас, кстати, доски закончились. Они на таран идут. Я на бардаш. Давай. Ой, матч-то повалили. Ладно, пофиг, без матча доплывем. Не доплывем, мы остановимся. Ты бы видел, сколько у нас воды сейчас было. Нам нужно просто поднять мачту, чтобы добиться до остановки. Ты иди складывай да. на сушу вещи. На шлюпку можно. Да, на шлюпку, да. Погоди, а если я сейчас гоняю и куплю починку корабля? Мне кажется, рано или поздно я просто не буду успевать вычерпывать воду. Давай там быстрее торопись. Я покупаю ресторку, погоди. Готово! Все, все. Я представь. Ну кто так с... Я волновался, это мой первый раз. Ты какой раз уже говоришь, что это твой первый раз? Второй. Они до сих пор по нам пытаются попасть. Да, музыка-то... Через весь остров. Они все еще по нам стреляют. Чё они доебались, чё они не имеются? Сейчас, подожди. Я жарю нам еду. Чё там купил? Парус? А. Ну в целом да, слушай. Я его не купил, он у меня уже был, просто его поставил. Да, давай! Так, они идут на сближение. Так, покажу к пушке. Ты же газ не вставляешь, нет? Сейчас тогда поменяю. Да, ура. А. Я не мать, что не пострадала. Я мне кинул это... Это, чтобы они танцевали. А. То есть они теперь и стрелять по нам не могут. Да, как видишь. Низковато. Мне кажется, они все. Что они очень медленно сейчас плывут. Они остают или то они тонут, ты имеешь в виду? Они, ну, они могут оставать, потому что тонут. Давай-ка я лучше к ним развернусь. А, блядь. Да, мы победили их.
А, так скорее всего сейчас... Да, сейчас побежат нас. А, не, промахнулись, окей. Ау. Горим? Горим. Меня убило. Еще не знаю, что. Так, опускай паруса. Нет! Он промахнулся. А вот и промахнулся. Жаль, конечно, что здесь нет системы, что нужно открывать затворку и туда закидывать древо, древесину. Это было бы сложнее, но... О, бомба! Было. Что это было? Бомба! Ты не слышал, что я сказал? Нет. Я что, виноват, что ли? Мы прямо на неё наехали. Я бы даже если бы начал поворачивать. Ты капитан, ты штурман, ты должен был как-то вырулить. Я не мог, я заметил буквально в 5 метрах от носа. И все равно ты виноват. Ладно. Капитан. Так, все, я пойду в починку куплю. Будет в стороне смешно, если у них сейчас не будет хватать ресурсов на починку. У них хватает ресурсов на это. Опять крики слышу. Я чихнул. Да. Конец. Чё за... Это был последний день для гейма. Тебя телепортировало? Нет. А меня да, видимо.